Друзья, добрый вечер. Мы рады приветствовать на Армяно-Курт-Петровичской вечеринке вас тут. Здравствуйте всем. Что вы пришли. Первая премьера Петровичская у Анечки Генрих состоялась несколько лет назад, и это должен был бы по замыслу быть. Вечер был память нашего друга Адели, который здесь работал, и он. Задачи были такие, чтобы был незабываемый, никогда не выветрился из памяти тех, кто придет. Что мы полностью, да, и случилось, потому что был особенный состав, Айдар Гайнулин, да, было много музыкантов, было в том зале, и действительно все с тех пор, даже до чего докатились люди, мне с мобильного записи присылают и говорят: «Надя, ну ты этот концерт ты, наверное, пропустил, был шикарный». По сети ходит, мне прислали. Спасибо вам большое. Видели мы этот концерт, даже участвовали. Да, вот. И сегодня осуществится мое пожелание. Всегда я просил Аню выступать более камерным составом, с тем, чтобы быть очень мобильным. Тут же следующий, вот Роза обещала, сестра, следующее выступление будет уже семейное. Роза будет на арфе играть, муж подарил арфу. Семейный подряд, да. Да, все сделано, да. Если мы зайдем по контракту, я буду на подтанцовках, кочари, гуван, куртка, армянские танцы, буду танцевать. Так что выключать мы не будем. Потом будут еще сюрпризы, связанные с Иришей Чарянцем. Это уже после Ани Генрих. Это я потом расскажу в последующей серии. Но, по-моему, ничто не препятствует тому, чтобы Анечка поднялась, и мы начали... Анна Генрих, и один Генрих с вами. Трансляции, кто не понял, поэтому мы руками машем односельчанам и всем другим. Добрый вечер. Это Харик Белчанян. Самая замечательная родная сети. Сейчас. Ну, предварительное слово сказано, но тем не менее, я же тоже должна что-то сказать. Да, мы еще не выступали. Мало того, значит, самой играть не часто приходилось. Сегодня я это буду делать. Прозвучат песни выборочно. Совсем-совсем старые, когда я еще только начинала петь. Судьбоносные, которые... Ну, песни, которые меня заставили вообще желать этого, вот, скажем так. Новые совершенно, которые никто не слышал. Ну и основной альбом, который в основном как бы люди здесь находящиеся больше всего знают из этого альбома, какие-то песни. Не все песни прозвучат, пожалуйста, не очень расстраивайтесь, если есть какие-то песни, которые вы любите, и они сегодня не прозвучат. Но это не последний концерт. Значит, ничего, исполним в следующий раз. Первая песня называется «Пианино». Песня известная. Известная узкому кругу. Как старая
пианино, она расстроена, не настроена, расстроена и раздвоена. И мне было очень нехорошо. Я помню даже Новый год, и Марат меня приглашал себе домой. Я сказала, нет, я буду сейчас сочинять музыку. Через какое-то время мне звонит и говорит, может быть, ты придешь все-таки. Я сказала, я сейчас написала шикарную песню. Она такая оптимистическая, такая хорошая. Даже на песне «Стал успеть» называется. Он сказал, да? Ты считаешь это оптимистично? Но во всяком случае, песня ознаменовала, так сказать, мое возвращение к себе. Тональность этой песни «Ре минор». Это любимая моя тональность. Это моя любимая тональность, и уже этим все сказано. Так, ну, все это... Как-то это... Так вот, стоял на репетиции. Песня называется «Стал успеть».
домой не вынесет. Два дня со мной происходил дежавю. Вот почему. Я думала, что это кто-то что-то значит. Так, следующая песня называется «Джаз Вальс». Потому что я не знаю, как ее еще назвать. Песня очень старая, она из моего первого альбома. Это как раз из тех песен, которые незаслуженно забыты. И я решила их непременно возродить и петь. Ну, как композитор, я горжусь этой песней, мне кажется, она красивая. Одним словом, следующая песня. Разочарованные птицы.
все мои мысли так малы. Как ожидания тревожны, как непрекаянны мечты. Решить легко, когда прощают, и огненную небо врезали на небо на месяц мелочью трясу. Панда мне милый, медный грош, но только больше не хочу. Я на вырожденном небе своих ветвей слетали прочь. Я не спала, и мне не снилось. Шумели крылья в эту ночь. Ты был слезой в моих ресницах. Называется странно, расколдуем называется. Там есть такое слово просто в этой песне. Итак, расколдуем. Если хочешь про тебя, я...
Садов, где
летит ураган в ошалелых ветвях, где встают на дыбы травяные стада, хитрым запахом мха залетая туда одиноких таких. Смеркается
зима. Зима. Thank you.
лучше бы было прекратить. Следующая песня. «Зеркалах», песня, которая нравится очень многим здесь присутствующим. Я, честно говоря, очень нервничаю и переживаю, потому что она звучала в таком исполнении, в котором они очень нравятся. Там много инструментов, честно, нас двое. Но я надеюсь, что благодаря Айку все это прозвучит очень интересно. Так, итак, я поезда пускала, все перестала.
строчки рисовала, я там жила. Я включаю твои коридоры, выключаю твои коридоры. Я включаю твои коридоры, выключаю твои коридоры. Я заглянула в коридоры твоих снов. Белые коридоры, странные коридоры снов, интересные коридоры. Я твои фильмы посмотрю, ты мне не веришь, я их ресничку не сотру. И ты поверишь, я проникала в коридоры твоих снов. Я все дорожки знала, влетала в коридоры снов. Потеряй, как я без сердца не открывай.
Ее белила мне, и с том прощай, прощай.
роли, проживать все. Сейчас это все уже далеко от меня, мне это даже не нравится. Но тогда мне этого было мало. И сейчас я как-то думала, что же мне сделать, написала театральный романс, который там можно было что-то пережить, что-то почувствовать. И я помню, что когда я его исполнила, поняла, да, вот это мне нравится, и, пожалуй, я буду петь. Потому что после первой песни я была разочарована, хотя многим нравилось, но мне казалось, что я больше не буду этим заниматься. И вот благодаря этому романсу, я его поэтому, опять-таки, я его не исполняла столько лет, это настолько несправедливо по отношению к нему. Что мы не смели, и назовут фрагмент из нашей жизни пьес.
ничего в нем. Неласканная тьма.
осень листьями листа, и дождями зелень листа. Осень листьями листа, и дождями зелень листа. Спасибо большое. Очень. Анна Ленгли. Thank you, Чаня. Мы вас просто спросите. Очень красиво.
может сегодня сесть, встретиться с нашими, вот, как выясняется, поклонниками. Спасибо большое за теплый прием. Я действительно очень тронута, что вы все пришли и так нас поддерживали, потому что мы не ожидали.